Общественная палата Ленинского городского округа продолжает осуществлять поддержку нуждающимся во время режима самоизоляции. Один из арендаторов оптово-продовольственного центра «Фуд Сити» обратился к общественникам с инициативой оказания благотворительной помощи в виде 1 тонны овощей и фруктов. Газель с картофелем, помидорами, кабачками и мандаринами доставили в город благодаря сотрудникам МБУ «Дорсервис». Вот сейчас приехала машина с утра, у нас есть волонтеры, есть помощники, сотрудники Дорсервиса, которые помогут нам сейчас разгрузить, после чего мы это все расфасуем и развезем до адресатов. Все коробки и мешки были выгружены, пересчитаны, после чего распределены между получателями помощи. В первую очередь овощи и фрукты окажутся на столе у людей с ограниченными возможностями здоровья. Стоит отметить, что это уже не первая благотворительная акция за последние недели. У нас были продуктовые наборы, которые мы развозили. Мы то же самое здесь все отражаем. И сейчас эта партия будет очередная для тех, кто не получал. Здесь будут, придут люди, которые стоят как бы в очереди на то, чтобы получить какую-то помощь. И люди очень рады, очень благодарны. Они от всего сердца выражают благодарность всем добрым, щедрым людям, кто о них помнит, не забывает. На этот раз помощь будет оказана инвалидам-диабетикам и подопечным православного социально-реабилитационного центра Тихвинской иконы Божьей Матери. Часть продуктов развезли по адресам сами общественники, а также им помогли социальные работники. Я социальный работник Иванова Татьяна Ивановна. Обеспечил вот представил Качешкову Нину Ивановну. Все ждут, благодарят.